Товарооборот и туристические потоки между Нижегородской областью и префектурой Мияги планируется увеличить в ближайшее время. Такие цели озвучили представители делегации из Японии на встрече с правительством региона. Сейчас лидирующие позиции от общего объема нашего экспорта занимает химическое производство, а также художественные народные промыслы. Напомню, партнерские отношения столицы Приволжья с префектурой Мияги начались 8 лет назад. Только за 2017 год товарооборот региона с Японией составил 55,5 миллионов рублей. В ближайшем будущем мы планируем уделить особое внимание экономике и развитию взаимного туризма. Активно участвует губернатор и говорит о том, какое большое значение эти отношения и развитие сотрудничества имеют для обоих регионов. У нас запланирован визит в префектуру Мияги на ноябрь текущего года. Планируется он тоже на уровне руководства Нижегородской области. Планируем обсуждать сотрудничество в большом количестве направлений в сфере экономики, в сфере медицины, в сфере туризма.